к величию можно прийти разными путями. Но всех великих объединяет нечто общее. Путь всегда начинается с мастерства, с понимания игры, механики, самых основ. Но одного мастерства недостаточно. Требуется терпение и сила воли, чтобы снова и снова бросаться в бой. Истинное величие вдохновляет других. Оно ведет и направляет, заставляя союзников превосходить собственные ожидания. Великий мастер игры находит неожиданные решения, создает возможности и преимущества, формирует мету. Так рождается легенда. Имя победителя становится нарицательным, а по его матчам учатся новички. Одна история служит вдохновением для других. Именно так великие создают свое бессмертное наследие. И теперь это наследие увековечено в нашей истории.